Всем привет! Сегодня мы рассмотрим демонстрационную модель для кабинета стоматолога. На таких моделях собрано сразу несколько патологий. Например, посмотрите, здесь видно как каналы, так и вкрученные винты имплантов. У нас в наличии демонстрационные модели есть как прозрачные, так и цветные. Цветных вариантов у нас много, вы можете подобрать тот, который будет больше подходить к вашему кабинету. Это наша самая большая модель, на ней много чего интересного, но я думаю, вы видите это сами. Проработаны внутренние части модели. Также здесь есть небольшая съемная часть. Для меня особо интересной показалась модель с брекетами, потому что я никогда их не видела так близко. Это, как по мне, самая интересная модель маленького размера, потому что в ней собрано максимальное количество патологий.